В рамках реализации проекта «Здоровое будущее» и акции «Хочу помочь» местные единороссы стали донорами в Одинцовском отделении переливания крови. Как отметила депутат окружного совета Ирина Грабарчук, акция не только способствует оказанию помощи людям, но и помогает обратить внимание на проблемы донорства. Стать донором может каждый, если у человека нет хронических заболеваний. Как отмечают сотрудники станции, кровь и плазма используются для лечения коронавирусной инфекции. В них нуждаются гематологические и онкологические пациенты. Поэтому кровь нужна всегда. Сдать ее можно каждый вторник и четверг.